Что такое быть пожарным? Это значит быть единственной ниточкой, за которую держится погорелец. Это значит быть спасателем и защитником. Многие дети мечтают в будущем носить гордое имя пожарного, а потому на выставке рисунков, организованной Артемовским отделением Всероссийского добровольного пожарного общества, было представлено так много работ. Член добровольной пожарной дружины Сергей Тимофеев отметил, что у Артемовского подразделения впереди большое будущее. Я хочу, чтобы наша общество расширялось, чтобы как можно больше было добровольцев, чтобы не только как команда была или как отряд, а чтобы у нас на каждой улице, на каждом, значит, микрорайоне, чтобы у нас создавались типа ячеек пожарных, чтобы в любое время, чтобы можно было прийти людям на помощь. В планах расширения, но для этого нужны хорошие, смелые и выносливые кадры. Вполне возможно, что будущее Всероссийского добровольного пожарного общества за теми ребятами, чьи работы украсили выставку, посвященную противопожарной безопасности.